здесь продают всякую утварь. Короче, всякие безделушки продают. Так возьмешь, короче, на трассе, а потом выкинешь просто, домой приедешь, полежит месяц-другой, потом подумаешь, что за хрень купил. Тогда, сейчас еще покажу. Самогонные аппараты продают, лодки надувные, колеса, там всякую хрень, короче. Мед разбавленный, матрасы, венки. Сейчас буду развертывать лагерь. Место нашел. Вот там вообще классно. Сейчас доеду, тут буквально метров 100-150 до места ночевки. Сейчас осень. Вот так все, ребят, красиво. Температура 21 градус. Это Челябинская область. Не доезжая, нет, наверное, уже Башкортостан, не доезжая 80 километров до Уфы. Да, вот так. И едем сейчас в ту сторону. Время 15:50. Так, проехал за день 402 километра, проехал за день. Да, место ночевки. Место ночевки будет вот здесь. Я сейчас разверну лагерь, палатку, стол, приготовлю покушать. Да, времени мало и проехал мало, но я не тороплюсь. У меня 2,5 недели отпуска. Там мне хватит на октаву времени. Я так больше по дороге, чтобы сейчас буду готовить. Вот здесь такой вид, кузнечики свирикают. Завтра тоже встану не рано, в часов 9, там полдесятого где-нибудь. Так, да. Но место вот такое, сейчас попозже покажу, как я разверну лагерь, как это будет все выглядеть. Так, в общем, да. Да, сейчас готовлю палатку и разворачиваю на этом месте. Тут будет палатка, тут будет стол, стул. Здесь буду готовить еду. Палатку поставил, сейчас накачиваю матрас. И следующий этап, ставлю стол, стул и буду готовить. Вот такое место. Все, матрас накачал. Сейчас буду готовить, кушать. Еды, короче, у меня на месяц, а хотя я еду на 2 недели. Вот таких 7 штук, таких 2 штуки, таких 24 штуки, но этих 2 штуки, этих тоже 2 штуки, а эти 3 пакета, каждый на 8 порций. Так, или на сколько? На 8, да, все правильно, на 8 порций. Ну вот так. В общем, погода отличная, плюс сейчас 19 уже градусов, небольшой ветерок, комаров нету вообще, клещей нету. Это, ребят, 13 сентября 2018 года, в поездке Екатеринбург-Актау, не доезжая 80 километров до города Уфа. Все, сейчас буду кушать, готовить. Да. Сейчас будем вскрывать индивидуальный рацион питания армейский номер 5. Итак, ну не знаю, говорят, что это типа не просто для солдат, а офицерский. Ну, по-моему, там все то же самое, что и вот в таком рационе питания. Значит, индивидуальный рацион питания ИРП номер 5. Цена 300 рублей. Предприятие-изготовитель и поставщик мясокомбинат «Дружба народов», Республика Крым. А производство — Пензенская область, Каменский район, село Каменка. Перечислять все я не буду. Сейчас вскроем и посмотрим.
масса 1,7 килограмма упакован 5 мая 2018 года, срок годности до 16 марта 2020 года. Ну и все, ребят, вот такая вакуумная упаковка номер 5. Все вскрываем. Так, это удобно, что можно даже его закрывать. Пахнет вкусненько. Цена 300 рублей, повторюсь. Три штуки сухое горючее, спички, ну кофе, чай, сыр плавленый, икра кабачковая, паштет из куриной печени, ну три ложки, сахар, это что у нас, салфетки, да. Салфеток много, 8 салфеток, не, 6 салфеток. Жаркое по-домашнему. Жаркое по-домашнему, кстати, прикольно, наверное. Жаркое по-домашнему, да. А потом говядина тушеная, высший сорт. Чисто, ребят, говядина. И гуляш с кашей гречневой. Ну и все, и тут как бы вот что получается осталось. Повидло. Или что это у нас? Так. Клубничный порошок, концентрат для напитка. А это что? Повидло, вот повидло, да. И здесь что у нас? Шоколад, наверное. А, фруктовая палочка. Да, ну вот такой небольшой набор, тут больше хлеба, печенье, так сказать, ну оно даже не естся. Ну вот так, набор небольшой, но вот три основных блюда, вот все на столе, что из него, будешь, конечно, сытый. Вот, в общем, так, такой набор. Ночью был дождик, где-то часов 11 начался, и так был до 4 утра. Он то был, то сильный, то маленький, но вот так был, в общем, дождик. Да, машинка мокрая, палатка вот мокрая, а стул я сразу же убрал еще вечером в багажник. Сейчас кофе попью, просто кофе, да, там со сладеньким, с чем-нибудь. И поеду, кушать буду в городе Аша. На трассе там есть кафешка в Аше, поем. Вот так, в общем, да, такая погода вот. Вот пью кофе,
два набора, потому что выбрал что получше. Ну, паштет взял, и печеночный, и сыр плавленый, сейчас тоже открою, с кофе, вот так. Хорошо, что утром дождя нету, палатка, ничего страшного, это она у меня высохнет. Все, чай пью, и в кафе, сейчас все равно в кафе заеду, в кафе уже нормально поем. Итак, все, загрузился, ну как загрузился, вот так все накидал, палатка должна подсохнуть, потому что она мокрая. Ну и все, в общем, сейчас выезжаю. Вот это место было ночевки. Километраж 38 619 общий. А за день проехал 6 литров средний расход. 5 часов 57 минут, 6 часов по их пути было. Я ехал не быстро, 402 километра было за день. И все, сейчас, ребят, выезжаем. Да, ребят, место ночевки было вот здесь вот. На самом деле дорога идет куда-то Лесовозная дальше, но есть указатели, вот Уфа 98 километров, я думал 120, и Челябинск 287. Все, выезжаем в сторону Уфы. Вот так, да. Заправка Кристалл здесь еще есть. Да, вот машинки. Едут с той и с другой стороны, едут машины, получается. И с той стороны тоже, да. Все, пропускаем и едем.